Всем привет! С вами Стив Про, и сегодня я покажу мод на зомби-гигантов для Майнкрафта PlayStation. После установки этого мода в вашем Майнкрафте появляется несколько видов новых зомби, которые сможете встретить в режиме выживания. Ну что ж, первым нашим зомби будет вот такой мини, можно сказать, бэби зомби. Да, он такой маленький, очень маленький зомби, но это опять же тоже маленький зомби. Но сейчас у нас пойдут довольно большие зомби. Этот зомби уже 4 метра, и он больше нас примерно в 3, а может быть даже в 4 раза. Вот давайте сравним, друзья. Как видите, он очень большой. И, наверное, все-таки он больше нас в 4 раза. Да, он очень большой. И этот зомби уже аж 6 метров. Это очень большой, но по идее от этого зомби отличается не так уж намного. Но у нас есть еще крупче зомби, который мы сейчас рассмотрим. Зомби уже 8 метров, и видно, что он более крупный. Его масштаб просто завораживает. Маленький зомби куда-то бежал. Это уже, можно сказать, почти предбольшой зомби. Но он почему-то не хочет смотреть на нас. И чтобы смотреть этого зомби, нам уже приходится взлетать. Да. Смотрите, какие большие зомби нас тут ходят, друзья. Это просто классный мод, который вы можете установить и поиграть с ним. Ну и это у нас сам, можно сказать, самый большой зомби в этом моде. Это просто классный мод. Да, эти зомби огроменные. И, к сожалению, у каждого это зомби одинаково ХП. Вот. Ну что ж, классный мод. Но на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.